Здравствуйте, с вами Ольга Волкова. Лето в самом разгаре. Как провести выходные интересно и культурно? Ответы в программе «Афиша» о самых ярких событиях Самары в ближайшие минуты. Самара действительно город-курорт. Здесь можно провести самые настоящие итальянские выходные. Так, в сквере Эльдара Рязанова можно посмотреть итальянские фильмы на свежем воздухе. 15 июля здесь покажут ленту 1948 года «Похититель велосипедов». 16 июля – «Самое красивое». А 17 июля – «Рим в 11 часов». Начало киносеансов в 19:00. Насыщенную программу на выходные подготовил музей «Детская картинная галерея». 16 июля с 11 до 13:00 здесь пройдет семейный день. Приобретая только входной билет, вы получаете бесплатную экскурсию по выставке. Также в воскресенье с 12 до 14:00 здесь пройдет мастер-класс в саду «Полевые цветы». Это прекрасная возможность почувствовать себя пейзажистом и освоить необычные техники рисования – акварель и масляная пастель. 17 июля в историческом парке отметят День этнографа. В 12:00 здесь пройдут игры древних славян. Юные участники погрузятся в досуг древних предков, узнают о смысловой составляющей каждой игры. В 13:00 начнутся русские народные росписи. Участники мастер-класса познакомятся с одним из самых древних видов искусства, узнают, какие росписи существуют и какими художественными особенностями они обладают. Приходите, будет интересно. Что может быть лучше живой инструментальной музыки на свежем воздухе? В парках Самары продолжается концертная программа «В городском саду играет». Насладиться выступлениями группы «Джаз Вояж» можно 16 июля в Струковском саду и 17 июля в парке 50-летия октября. Встречаемся неизменно в 17:00. Это все, о чем хотела рассказать вам сегодня. Хороших вам выходных и отличного настроения!